последние годы парикмахеры-колористы уделяют много внимания техникам окрашивания, которые обеспечивают естественный вид, плавные переходы цвета, а также глубину и объем в различных видах укладки. Добиться всех этих эффектов позволяет уникальная технология AirTouch. Несмотря на то, что на сегодняшний день очень много техник окрашивания, AirTouch позволяет достичь очень мягких переходов и независимых каких оттенков. На сегодняшний момент никто из иностранных, американских, европейских колористов не может повторить эту технику. Прикосновение воздуха – так буквально переводится название этой техники. Перед нанесением красителя волосы разделяют на пряди, а затем обдувают феном для того, чтобы получить максимально тонкий цветовой градиент. С помощью выдува, грамотного выдува и грамотного расположения пряди, то там очень мягкая растяжка идет. Технологию AirTouch разработал российский колорист Владимир Сарбашев. Весной прошлого года он впервые презентовал ее в Барселоне. Техника окрашивания получила мировое признание и была названа прорывом года. Сразу чувствуется, что эту технику придумал мужчина, потому что очень много черчения, очень много графики, очень много таких моментов, которые требуют строгости и четких линий. Эта техника окрашивания подходит абсолютно всем. Всем, кто захочет добавить рельефа своему цвету, добиться мягкости, бликов. Подбирается по форме стрижки, по типу волос. То есть трапеции, квадрат, треугольники, подковы. Все индивидуально и смотря какой эффект мы хотим получить. AirTouch вообще изначально создавался как корректирующая методика. Потом уже запатентовали как AirTouch Original. Он уже стал как техника именно рассветления окрашивания. Мягкие переливы цвета на волосах можно создавать как в натуральной цветовой гамме, так и применяя актуальные уже не один сезон яркие оттенки. Получается просто целостное окрашивание. Фиалковые оттенки, ультрафиолет, розовый, бордо, винные оттенки. Раньше это творились отдельными прядями, то сейчас это в целом смотрится все грамотно и целостный образ. И, естественно, нет эффекта парика. То есть с помощью AirTouch можно сделать действительно очень объемное и красивое окрашивание. Важно отметить, что окрашивание AirTouch выполняется только сертифицированными специалистами, которые прошли обучение непосредственно у авторов методики. Одними из первых начали практиковать AirTouch в Челябинске мастера имидж-студии Елены Ивановой.